какой? Смотрите. На площадке есть шалаш. Ага. Может, там чьи-то? Может, там кто-то живет? Это... О, там даже хорошая палка толстая есть. Какая-то... Толстая, притолстая палка. Внутри. Внутри? Да. Зайдете? Тук-тук. Кто в доме живет? Там никого нету. Зайдите. Хочу. Ну зайди, посмотри. Я тебя сфоткаю внутри, и все, и выйдешь. Хочешь, твой шалаш будет? Домик. Маловат. Зачем ты собираешь вот эти вот палки? Для того, чтобы сделать дом. Какой дом? Дом из веток. Для чего? Для палки. Ты наф-наф? Я наф-наф. Наф-наф. Веткой в лицо мне уже тут тычете. Красивый камушек, разрисованный, да? Большой необычный камень. Пойдем домик будешь строить здесь. Вот. Смотри, сколько тебе. Вот тебе ветки. Вот тебе березка лежит. Вот тебе мышкина норка. Видишь? Да. Вот. Строй тут домик возле березки. И все. Норку зачем роешь? Я не рою. Тебе помочь? Надо. А? Да, помогай. Домик для мышки? Да. Такая реновация, да? У каждой норки должен быть вот такой вот домик. Ты довольная? Мышки теперь не замерзнут? Ага. На зиму. На зиму? Ага. Ты довольная? Как погуляли? Хорошо. Эй, домик. Хватит утеплять. Но нам же надо помочь мышкам. Надо. Мышки замерзнут. И у них не будет деток, да? Когда холодно. Угу. Какой домик красивый у тебя получается. Из веточек. Все веточки пособирали, да? Ты у меня молодец прям. Мышкины домики строишь. Ну хватит уже домик строить. Пойдем. Там он уже голубь прилетел посмотреть. Кто тут такие домики строит? Мышкам. А это Кира. Да. Кира строитель, пойдем, выходи. А что это у тебя за букетик? Это мне мышки подарили за домик. За какой домик? За который я сделала для них. Они подкинули тебе цветы? Да. Молодцы какие, да?